Всем привет! И сегодня у нас обзор на очень дешевый повербанк. Приобрел я его на Алиэкспресс. Долетел он до меня за 16 дней, что, конечно, очень радует. То есть так быстро редко посылки доходят. Давайте откроем пакетик и посмотрим, что нам там прислали. Это уберем в сторону. Ну вот так вот выглядит powerbank, в моем случае зеленого цвета, с закрытой крышкой. И прежде чем приступить к обзору этого powerbank, для тех, кто не знает, я расскажу, что это такое. Powerbank — это и портативное зарядное устройство, также внешняя батарея аккумулятора, которая может пригодиться вам в тех местах, где нету возможности зарядить ваш девайс в связи с, ну, скажем, такое отсутствие розеток или элементарного стационарного источника питания. Ну, это на природе или еще где-нибудь. Подходит практически для всех мобильных телефонов, планшетов, фотокамер, плеер, колонок и многого другого, других гаджетов, которые могут заряжаться от USB-порта. Ну, в принципе, вот вкратце я и объяснил, что такое powerbank. Теперь давайте снимем вот эту крышку и посмотрим, что у нас внутри. Снимать нужно очень аккуратно, чтобы не поломать. Вот так вот она снимается. Как видим, крышка снимается очень туго. Если вы будете постоянно менять батарейку, как в моем случае, я буду свои батарейки заряжать через вот такой вот заряжатель Luke Faofia. Для меня это удобно и быстро. То тогда вам надо будет подточить вот эти вот лапки на крышке, ну, или внутри вот здесь, чтобы крышка легко одевалась и закрывалась. Если вам не нужно будет периодически менять батарейку, а вы собираетесь заряжать аккумулятор через powerbank, то и проблем с крышкой отпадут сами по себе. Один раз закрыли и забыли. Ну вот, в комплекте, комплект очень богатый, в комплекте идет вот такой шнурок для брелка. И все. Что немаловажно знать перед покупкой, это то, что в комплекте нет аккумулятора, и вам его нужно приобрести отдельно. Или может воспользоваться батарейками со старой батареей от ноутбука. Там находятся батарейки, которые нам подходят на 18650. А в наш powerbank подходят именно такие батарейки 18650. И еще, что немаловажно, обратите внимание при покупке батареек, что они должны быть незащищенные. Вот, вот так выглядит. То есть вот здесь должно быть прямо незащищенные. То есть если вы купите защиты, то они просто не влезут в этот powerbank. Потому что у них сверху, вот здесь, расположена встроенная защита от переразряда. То есть такая маленькая платка на плюсовом контакте. Естественно, высота этой батарейки выше, чем вот такой батарейки без защиты. Так что будьте внимательны и обратите внимание при покупке. Мы вернемся к нашему устройству. Корпус выполнен из пластмассы, сделано в форме в виде брелка, что удобно переносить в вашем кармане или сумке. Вот здесь на верхней части есть надписи, но я потом, может, сделаю фотографию и увеличу. Здесь написано, что USB выдает 5 вольт, а micro USB на вход тоже 5 вольт. Ну, давайте проверим, работает ли он вообще. Ставим нашу батарейку. Вот, как видите, батарейка без защиты входит очень тяжело. А защита, она просто сюда не влезет, потому что у нее нету места. Так, возьмем наш телефон.
отключим кабель. Я не буду собирать, чтобы вы могли наглядно видеть, что происходит. Так. Вот. Ну вот, как видите, телефон включился и начал заряжаться. Здесь горит синяя лампочка, показывает нам, что зарядка началась или идет зарядка. Также мы можем попробовать подключить к iPad. Телефон. Вот тоже началась зарядка. То есть iPad он тоже заряжает. Единственное, что iPad может заряжаться, в отличие от телефона, в два раза дольше. Но это, честно сказать, заряжать iPad, это чисто в экстренных случаях, когда вам нужно что-то очень быстро отправить или получить, хватит пару процентов, чтобы она справилась со своей задачей. А целиком заряжать, я думаю, не стоит. Так, мы теперь проверим, как он заряжает батарею. То есть отключаем. Я поменяю кабель, потому что этот кабель подходит только к Apple продуктам. А нам для заряда аккумулятора понадобится microUSB. Так, ну вот, давайте подключим. Ну вот, загорелась красная лампочка, и мы видим, что он начал заряжать наш аккумулятор. Лампочка горит красным, мигает красным, и так мы определяем. Отключим. Ну, Powerbank работает, все отлично. Я думаю, что можно будет продавцу поставить 5 звезд. Ну и в заключение. Мне это зарядное устройство понравилось, я буду им пользоваться, надеюсь, что он меня еще не раз спасет. Если вам понравилось этот Powerbank, ссылочку я оставлю на продавца под видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока!